Сейчас
чувствуете, что он вас берет, да? Жарит. Значит, надо сразу раз прижать его. Миша, не уходи. Дальше. Вот что нужно сделать? Вот здесь Миша находится. Первым делом, что я разворачиваюсь и прижимаю. Прижал. Дальше. За счет полумоста я его вот руками сюда его должен. Чем я сильнее туда его брошу, тем он сильнее пойдет на меня. Раз. И даже я не умею делать мост. И вообще, то есть с мостом проблем. Я даже на мост не люблю становиться. Раз. И сюда, не через живот, а через... Оп. Переворачиваем. И переходим отсюда на удержание. Любой прием должен заканчиваться контрприемом. И переходим на удержание. Раз. Я его взял. Теперь Мишка не лежит вот так, а ручки собраны. То есть, вот самое, если руку эту захватили, Миша здесь руку захватил, хорошо, очень тяжело. Поэтому рука должна быть сюда чуть. Раз, оп, сюда. Взяли. Хоп, для чего качать нужно? Плечи. Садись, Миша, садись. Для чего качать? А что вот это движение, как дать им? Туда. То есть если он вообще туда отскочил, тогда руку вытащил лучше и на живот. И сюда вытащил. Вот Мишка держит. Еще раз. В партере, если вы поставили ноги сюда, уже очень плохо. То есть раз. Ножку вперед. Вот так. Вот. Значит что? Я его захватил. Захватил. Вот сюда его нужно. Сюда. Потом, видите, перевернул. Но для того, чтобы мне что-то сделать, вот эту нижнюю руку я убираю. Теперь посмотрите, видите, я головой его держу. Головой держу руку, теперь он уже не уйдет. Потому что если вы подняли, он раз и убежал. Отсюда и переходите на... Держи с этой стороны. С этой стороны. Вот. Взял. Все. Вот туда. И держите. Раз. Оп. Два. Руку убрал. Оп. Головой держу и перехожу на... Так, поэтому если шея слабая, плечи слабые, руки слабые, то, конечно, тяжело ходить. Но вы сейчас помогаете друг другу. Кто физически не силен, друг другу помогает. Так, все, вперед, пошли. Я перевернул через борцовский мост, перешел на удержание, потом второй номер. Отжимаем. Вот, и ты не останешься.
учительницу и говорит, первый класс, пишите диктант. Они так на буквы не знают, как писать. Пишите как можно. Вот так вы приходите на соревнования, попарились. Когда удержание верхом идет, как вы здесь сидите? А когда попадаетесь на соревнования, сделать ничего не можете. Так. Там грязно. На руках. Пошли. Еще раз там. Мишу, толкаешь. Да, Миша, только вот так руки держать. Сюда. Сюда пока.
Еще раз ножки шире. Еще раз. Делайте шаг. Вытащите его. Еще раз. Шаг. Раз, два. И подворачивайте, делайте бросок. Что ты на меня смотришь? Встань сюда. Сейчас я вам скажу, что я. Пошли. Да. Это лицо сюда. Ты идешь туда. При бросках ты не можешь. Вот такие дети делают бросок.
Друг на друга.
Андрюха, соберись. Так, раз, два, четыре, пять. Так, вот это и вот это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, еще минуточку, еще минуточку. Так, куда ты едешь? Париж? Итак, ваша задача – борьба с умо. Так можно поставить машину. Да, упадешь и упадешь. Нет, чтобы намазать масло, как мы раньше делали. Да, поставьте красный мат. Каждый ставит, каждая группа ставит себе красный мат. Да, Макс, сюда, потому что там ребята упадут на тебя. Так, Матя, смотрим внимательно. Молодежь, борьба с умо подразумевает... Нет, Макс, уйди сюда, пока не мешай. Значит, подразумевает. Первое. Нет, просто сядь. Она тут, ага, так, вы тоже возьмите, вот так, как они поставили, вот так. О, вот так, вот, посмотрите внимательно. Так, и берем, первое. Значит, правила там такие, вышли, да, там поклоны, соль бросают, чтобы духи плохие ушли. Большая подготовка, сама складка 3 секунды. Все. Значит, дальше. Приглашают. Ходят там. Это делать не надо. Соль бросать не надо. Дальше. И они вот так не становятся, потому что 120 килограмм они 7 раз в день кушают. Начинают с 5 часов утра. Чинч. Лаура, чинч. Сразу. Лаура, шаг. Чем больше веса, тем легче столкнуться. Проигрыш считается в каком случае? Касание рукой, коленом, любой частью тела. Плюс у них круг. Круг.
высота. И сверху татами. То есть, если ты расслабился, тебя толкнули, а там 50 сантиметров ниже, ты туда летишь. Расслабляться нельзя. Мы молдавское сумо. Как оно будет выглядеть? Во-первых, ну, сами понимаете, глаза нельзя так ставить, да, там, пытаться голову нельзя. Да. И есть еще такая, вот смотрите внимательно, сиди сюда. Вот мы с Игорем схватились и как бы захват. Вот он меня выталкивает, а я не хочу падать. Я его держу и падаю вместе с ним. Видите, Игорь вышел. Кто выиграл? Я, потому что он первый вышел. Но есть такое правило. Почему он вышел? Чтобы меня не травмировать, и себя, и меня. То есть я, вот я, вот в данном случае я мертвое тело, я мешок. Я в любом случае упаду. Поэтому победа присуждается ему. Это называется мертвое тело. Поэтому ваша задача его вытолкнуть с ковра. Но если вы взяли, можете бросить. Но если ты бросаешь и первый касаешься, ты тоже проигрываешь. Но если ты взял и начинаешь падать на спину, значит ты проиграл. Все. Значит дальше. Выходим на ковер. Денис, судья. Значит, он увидел, что мы готовы показывать. Раз. Мы заходим. Для того, чтобы выиграть. Ну что должны делать? Давайте посмотрите внимательно. Ставим руку. Раз. Два. Он говорит, приготовились. Ставим хаджина. И мы начинаем друг у друга выталкивать сюда. То есть начинаем. Кто первый? А ты смотришь. Ты как видео должен. Смотри. Кто первый вышел? Значит, хоп. Ты говоришь, Мате. Показываешь, что выиграл. И пон. Мы кланяемся. И я ухожу. Денис выходит. Если 5 человек, один сидит, отдыхает. Я. Приготовились. Можно по-русски говорить. Готовы? Okay.
все время выйдет? Это тоже так. Потом на концу. То есть все, смотри, все Уходите оттуда, не сидите там, садитесь туда. Уходите.
Да.
Миша делал бросок. Броска? Нет.
хил. Да, 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 Все, построились команды. На сессии.